Итак, всем привет. Сегодня расскажу, где же нам найти карту. Она в этой игре очень важна, поэтому у всех она должна быть. Есть один вариант, можно дать себя убить в первый день там или во второй, и они вас притащат сами в эту деревню, в пещеру. Вернее, не убить, а они там просто, ну, вас утащат в эту пещеру, и все, и вы найдете карту. Но если вы не хотите, то вот приходите в главную деревню, в большую. Облутаете ее, естественно, всю. Вот так вот она выглядит. Недалеко она от самолета. Вот, и вам нужно будет спуститься в пещеру. С собой особо ничего такого брать не нужно, потому что, ну, там как бы безопасно. Так, что-то я не видно, а есть у меня фонарик? А есть у меня фонарик. Так. Ну, здесь, естественно, собираете все монетки, весь лут. И вот идем налево. Здесь будут тела. Много монеток. Если видите много монеток, это ваш ориентир, значит, все правильно. Также здесь есть медикаменты. Компас у меня уже есть. И карта. Карта будет лежать вот здесь. Странно, на компас появился, а карта, получается, нифига не появилась. Вот и все. Все очень просто. Пользуйтесь на здоровье, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если вам было интересно. И не забывайте нажать на колокольчик. Все, всем удачи, всем пока.